Новогодние павильоны-домики вот уже несколько лет подряд делают атмосферу на улице Гоголя по-настоящему сказочной. С яркими огоньками и подсветкой большой прогулочный бульвар заиграл по-новому. Дополняют образ многочисленные талисманы года, яркие образы Деда Мороза, Снегурочки, переливающиеся шары и мишура. Все это словно зазывает покупателей заглянуть на красочную распродажу. Не остаются без внимания и новые арт-объекты, расположившиеся в непосредственной близости с ярмаркой. Кованый богатырь, ажурная дама, мощный бык – это только часть с роскоши. Особой любовью скульптуры пользуются у юных брещан. В целом, у каждой локации людей стараются чем-то удивить. Где-то проходит импровизированная дискотека, где-то угощают чаем и блинами. Самое главное, что торговля проходит с душой. Это покупатели ценят особенно. За настроением и в поиске чего-то конкретного. Немножко купили огоньков. Новая елка в этом году, поэтому надо преобразить. Чуть-чуть по-другому, покрасивее сделать. Огоньки красивые взяли, золотые игрушки. Год тигра будет у нас елка. Такая тоже золотая. Предновогодний сезон – самое активное и насыщенное время для предпринимателей. Для многих из них зимний период является наиболее прибыльным, а потому каждый старается удивить чем-то необычным и интересным. Особым спросом пользуются талисманы будущего года – полосатые тигры. За самыми эксклюзивными модельками уже вовсю охотятся опытные коллекционеры. Люди изначально, пока есть выбор, обязательно покупают. И причем люди есть коллекционеры, которые коллекционируют, они причем приходят и знают, что они хотят конкретно. А все, видите, витрина, она вся в тиграх. Первые дни спрашивают магнитики, такой мелкий сувенир спрашивают, календари хорошо покупают, ну и начинают готовиться к карнавалу. Детишкам покупают карнавальные костюмы. Со временем ярмарку предновогодних товаров дополнят елочные базары. Пока здесь в дом можно приобрести лишь искусственную пушистую красавицу. В целом выбор представленных на ярмарке товаров достаточный. От типовых заводских игрушек до эксклюзивных вариантов, созданных руками мастеров. Все на любой вкус и кошелек. Пока просто присматриваемся. Конечно, что-то хочется купить, но пока еще просто не выбрали. До праздников еще несколько недель, а это значит, что самое время начать упаковку подарков. Час чудес пробьет уже совсем скоро.